Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тренер самарского ЦСКА ВВС ушел работать в тольяттинскую «Ладью». Тольяттинский пловец – участник летней паралимпиады. В Осинках прошли всероссийские соревнования по боксу. В поселке Осинки Безенчукского района прошли всероссийские соревнования по боксу. На ринг вышли более сотни спортсменов от 18 до 40 лет. Три самарца стали чемпионами в легком весе: Иван Мельник и Алексей Шишунов. Среди тяжей золото у Александра Агеева. Сергей Сухарев поедет на летнюю паралимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Путевку пловец выиграл на Кубке страны. Он завоевал два золота на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также стал бронзовым призером на 100-метровке на спине. Кроме этого, Сухарев в июле этого года выиграл чемпионат мира на турнире в Шотландии. Владимир Шиханов сменил место работы. Главный тренер ЦСКА ВВС теперь занимает эту должность в тольяттинской «Ладье». Свято место пусто не бывает. Руководить скамейкой запасных военных летчиков назначен Сергей Сошников. До этого он был вице-президентом клуба. Помогать ему будет Дмитрий Романов из команды «Белые тигры» Оренбург, Юрий Мордвинцев и Алексей Шарнин остались в структуре клуба, а Павел Десятков отказался от сотрудничества. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.